сапоги и носил автомат. Поздравляю с праздником. Сегодня для вас видеообзор на снегоход Буран после 2 лет эксплуатации. А тех, кто не служил, мы поздравим 8 марта. Ну что вам рассказать по поводу этого снегохода? Да, забыл добавить. Любителям импортной техники и владельцам импортной техники можно сразу отключиться, потому что, наверное, будет неинтересно смотреть этот видеоролик. А то пишут всякие разные комментарии, сравнивают снегоходы за 250 тысяч со снегоходом, который 1,5 миллиона стоит. Это вообще, как бы, на мой взгляд, это никакому сравнению не подлежит. Такая, понятно, что какой-нибудь там Пермец будет на порядок лучше, чем Буран. Но не у всех охотников финансовый бюджет позволяет себе приобрести такую технику. Не у всех такие толстые, оттопыренные карманы, блядь, как у некоторых, которые могут позволить себе дорогую технику. Ладно, погнали. В общем, начнем свой рассказ. Да, забыл еще сказать. Смотрю видеоролики. Ставят на Бураны лифановские движки 15-сильные, 18-сильные на короткую базу на Буран. И потом говорят, что Буран у них не едет зарываться в снегу. А вы, блядь, поставьте еще 9-сильный, конечно, он будет зарываться, у него не хватает ни площади опоры, ни мощности. Поэтому он и зарывается. Сейчас ехали с Олегом вдвоем. Сколько мы, километра 2, наверное, проехали, он практически не проваливается, идет плотно, блядь. Хорошо, в общем, едет снегоход. Ладно. О модернизациях расскажем немного. Дай-ка камеру. Олег, значит, что сделал? Крышка, где заливается бензин, начну с этого. Он ее заклепал на клепки, чтобы не попадал снег вовнутрь, на движок. Здесь проклеил резинку. А? Да, чтобы доброжелатели, блядь, не, песка туда не насыпали к нам в бак. Это много таких. Здесь он сделал стропу из ремня, на мотоблочного ремня, в общем. Так, снять-то ее, Олег, получится, нет? А? Не получится эту хуйню снять-то? В общем, вот такие вот крепежи. Я думаю, вам видно. То есть с двух сторон пропустил он в них ремень вот так вот и закрепил. Теперь снегоход можно за нее переворачивать. Поворачивать им более удобно. Кофр Олег поставил. Но фару мы убрали практически сразу. Смотрите, сколько снега. Это я на бугре стою. Кофр поставил, сделал вкладки в него из фанеры, вставки. По бокам они только дали. Нет, со всех сторон. Со всех сторон вставки сделал. Убавили задний вот этот вот багажник. Он выступал где-то, наверное, сантиметров, наверное, на 20 назад. И кофр в нем просто, он болтался во все стороны, его кидало. Ремни, которыми он крепится, неплохо фиксировали его. Поэтому переварили. И он покороче немножко, как бы, стал. Ну и в то же время удобнее. Так, что еще-то сделали, Олег? Ну там, кому интересно, у меня есть видеоролик по... Внутрь. Давай откроем вообще-то, что. Заглянем вовнутрь. Там разъем расцепи. Сегодня у нас почти 20 на улице. Почти 20-ка сегодня давит. Смотрите, какой чистый двигатель. Ни веточек, ни хуеточек, ничего там нет. Все чистенько. Тут поставили от приоры. А, от приоры, да. У меня, чтобы не сифонило. У меня мужик спрашивал. Это от приоры, да, вот эта херня? Как, да. как она называется? Да, там глушитель соединяет где-то. Глушитель соединяет. В общем, какое-то соединение глушителя. То здесь плескало, да? Тут сифонило, да. Топливо выкидывало или что? Ну да. Топливо выкидывало в этом месте. Грязный движок был, помню это. Вот так вот. А вот еще вот эту резинку поставил, Олег. Чтобы от горячий воздух не шел на забор в двигатель. Это я уже все показывал. Как здесь вот все сделали, трубу вывели от глушителя. А под гусеницу дымило, мы вывели в бок. Конечно,
это, как сказать-то, блядь, громче он стал работать на порядок. Но зато на гусеницы снег не набивают, не налипают. Боковины закрылило. А, да, боковины. Боковины Олег вот на захлебке проклепал. Доработок, конечно, в русской технике много, ребята. Ну что делать? Если ваш финансовый бюджет ограничен, будьте к этому готовы. Немножко поколдовать, поковыряться. Да, от классики, от дверей. Ага, от классики, от дверей уплотнитель. Под капот не летит. Снег не летит. Русский человек как ведь технику-то покупает? Не с целью ее в основном эксплуатации, а с целью ее ремонта, бля. Поэтому вот такие дела. Ладно, что, закрывай это. Сейчас. Наверное, хватит пиздоболить, надо покататься немножко. Показать людям, на что способен снегоход Буран. Еще хочу сказать, кто, допустим, живет далеко от города, как вот у нас здесь 200 с лишним километров, купите вы дорогой снегоход, он у нас наебнулся. Это, блядь, какой-нибудь вот дедушка, у которого в хозяйстве старенькая Нива, а прицеп не регистрированный. Как ему в город его вести, что трехтактник, блядь, чтобы ремонтировать? Понятно, они будут ломаться реже. Но любая техника ломается. Копил дед, копил, блядь, всю свою жизнь на снегоход. Купил, блядь, бэушный. Ему там, конечно же, сказали, что пробег у него 3000. Кто ж скажет, что больше, блядь. Ну и попал. А в этот снегоход можно, грубо говоря, на колени в лесу сделать, блядь. Из минусов. Охуенный расход топлива. Извиняюсь за свой французский. Очень большой расход топлива. Ну и шумный он. А так. Ну и сырой снег не очень он любит. Для рыбаков, где, наверное, полыни, вот эти все дела, кто рыбалкой занимается, возможно, снегоход не подойдет. Для охотников. Ну и нормально. Ездим. 2 года отъездили. За время эксплуатации. Третья зима, да. За время эксплуатации никаких поломок не было. Вот пробег у него 1229. Ну это, конечно, маленький пробег. Но тем не менее. Многие пишут, что он там ломается, блядь. Чуть ли только не из магазина выехал, сломался. На самом деле это не так. Ну, по крайней мере, в данном случае. Тросы показывал? Сделал. Тросы я показывал, да, в гусеницах. Кто, если не видел в гусеницах, натянуты тросы. Говорили, но кто-то, не, там, иди, кто-то, кто-то говорил, что что-то неправильно поставили. Ну, сколько людей, столько и мнений. Там уже переставить. К конструктивной критике относимся. Ага, вот они, идут трос. По всем, чтобы катки, чтобы не переворачивались. Где-то на буграх или что-то там еще. В этом году у нас был случай у собаки. Собаку я вез, в общем, на снегоходе, вот тут она стояла у меня, бля. Пожалел кобеля, чтобы бежать ему далеко. И посадил его на сиденку, в общем, он спрыгнул со снегохода, и лапа у него, блядь, вот сюда вот ее зажала. Ёпта, мы как бы... Шок был для нас. Гусеницу снимали прямо в лесу, чтобы достать кобеля. Такие вот случаи бывают на охоте. Попутно рассказываю. Ну что, давай поездим. Покатаюсь, и Олег поснимает. Позаезжаю в горки. Есть тоже видел видеоролик. Мужик едет на один на толкаче, другой на тайге и третий на буране. И в горку подняться на буране не может. Тоже стоит там движок вроде 15 сильный лифановский. И он в горку забраться не может. Сейчас посмотрите, как в горки забираемся.
Thank you.